Уважаемые гости, преподаватели и первокурсники! Конечно, мы приветствуем вас и хотим поздравить с посвящением студенты! Ну а сопровождать вас в такой знаменательный момент будем мы, ваши ведущие. Знакомьтесь, студентка 4 курса направления журналистика Колесникова Анастасия. И студентка того же направления, но на курс помладше Рябикова Маргарита. Однако не только мы и первокурсники будем занимать эту сцену. Для напутственного слова мы приглашаем директора школы гуманитарных наук, доктора философских наук, профессора Феликса Евгеньевича Ажимова. Ваши аплодисменты! Дорогие друзья, я хочу не просто поздравить сегодня с тем, что после сегодняшней церемонии, после сегодняшнего обряда вы станете частью Федерального университета, станете элитой гуманитарного образования всего Дальнего Востока, а может быть и части Азиатско-Тихоокеанского региона даже. Это само собой, это банальность, то, что вы станете элитой. Вы же фактически и стали, вы сдали экзамен очень тяжелый, выдержали тяжелый конкурс, поступили в университет, куда поступить не очень просто. Самое главное другое. Когда вы становитесь частью университета, вы теряете часть себя неуниверситетского. И когда вы перестанете быть частью университета, вы опять потеряете часть себя. Каждый этап вашей жизни связан с потерей. Ну и с приобретением. Потому что потерять можно не только друзей, да? Мы жалеем об этом, не только там, близких товарищей, какое-то увлечение потерять. Можно потерять и дурные привычки, можно потерять глупость, а обрести мудрость. И вот я надеюсь, что в школе гуманитарных наук, в Дальневосточном федеральном университете вы найдете только хорошее. И потеряете здесь все самое плохое, пагубное, что вас связывало с вашей прежней жизнью. Жизнью неграмотной, жизнью наивной, жизнью неуверенной. Гуманитарий, в отличие от врача, в отличие от инженера, естественника, знает больше. Потому что он знает жизнь, он знает человека. Ученый, который изучает рыбу, ихтиолог. Он знает все о рыбе. Гуманитарий знает не только все о рыбе, но и о человеке, который эту рыбу поймал, который эту рыбу разделывает, который эту рыбу употребляет, там, взрывает динамитом или еще что-то. Вы знаете больше. А если вы знаете больше, значит и ответственности на вас больше.
естественник, инженер не несет никакой ответственности за свои открытия. Он их просто делает. Не потому, что он плохой, ему не нужно нести ответственность. Ответственность несем мы с вами не только за себя, но и за окружающих. Гуманитарий – это родитель, это воспитатель. Вот родители несли ответственность за вас, теперь вы несете ответственность. И за своих родителей, поскольку вы поступили в университет, может быть, на какую-то специальность, на какое-то направление, вопреки желаниям ваших родителей. Хотя это, к сожалению, редко бывает. Лучше идти вопреки, потому что тогда ваша жизнь будет больше интересна, и родители, и все ваши друзья будут ближе вам, когда вы будете делать вопреки, а не соглашаясь все время с ними. Потому что, когда мы говорим об ответственности за окружающий мир, об ответственности за общество, об ответственности за свою жизнь, мы говорим о духе бунтарства, в хорошем смысле, о духе бунтарства. Поэтому я хочу вам пожелать быть бунтарями, но в меру. Я хочу вам пожелать быть ответственным, но знать пределы вашей ответственности. Я хочу вам пожелать очень много сил и терпения, потому что вы должны теперь читать 1000 страниц в неделю, не больше, не меньше. 1000 страниц. Не каждый из вас дойдет до этого синего зала через 4 года, чтобы получить диплом. Ну, по статистике, не каждый дойдет. Но я очень хочу, чтобы дошло как можно больше. Поэтому, коллеги, помните, что вы самые лучшие, что у вас самые лучшие преподаватели, что вы в самой лучшей школе, что вы в самом лучшем университете. Будьте здоровы, любите друг друга, цените каждый день, каждый момент. Благодарите жизнь за то, что у вас есть возможность общаться друг с другом, с такими замечательными преподавателями. И не забывайте гордиться этим. Еще раз всех с праздником, всем желаю крепких-крепких зубов, которые может разгрызть гранит науки. Мы всегда вам будем помогать и поддерживать. Но все зависит только от вас, потому что ответственны вы. Мы будем помогать, а делать будете вы. Коллеги, с праздником, с посвящением студенты. Ура! Благодарности вручите. С этого года в ДВФУ реализуют программу «Бакалавриат 2.0», в рамках которой прошли первые аттестационные соревнования по физкультуре. Школа гуманитарных наук была в числе победителей. Аплодисменты! Мы хотим поблагодарить участников легкоатлетической эстафеты «Спорткор» и наградить их грамотами. Просим подняться на сцену следующих студентов. Бурмакову Галину, Носкову Алину, Топоркову Снежанну, Масловскую Юлию, Куркутскую Людмилу, Горлову Юлию, Устюжанина Никиту, Майсаченко Никиту, Амырда Кирсана и Ушакова Александра. Итак, за успешное участие в легкоатлетической эстафете «Спорткор» среди обучающихся первых курсов в составе команды Школы гуманитарных наук грамотами награждаются Бурмакова Галина, студентка группы Б-41-11. Носкова Алина, студентка группы Б-41-11. Топоркова Снежанна, студентка группы Б-41-11. Масловская Юлия, студентка группы Б-41-01. Куркутская Людмила, студентка группы Б-41-01. Горлова Юлия, студентка группы Б-41-02А. Устюжанин Никита, студент группы Б-41-01. Майсаченко Никита, студент группы Б-41-01. Амырда Кирсан, студент группы Б-41-01. И
Ушаков Александр, студент группы Б4103А. А сейчас совместное фото с директором Школы гуманитарных наук. Спасибо, Феликс Евгеньевич. Также мы бы хотели поблагодарить наш спасательный круг, учебно-телевизионную студию Школы гуманитарных наук, которая прямо сейчас ведет трансляцию нашего мероприятия. Ребята, помашите в камеру ручкой. А посмотреть полную версию посвящения студентов Школы гуманитарных наук вы сможете завтра вечером в официальной группе Школы гуманитарных наук ВКонтакте. Ваши аплодисменты!